Три месяца в пути, три месяца испытаний. После Ямантау мы уже готовы к чему угодно. От центра связи Каспия-1 нас отделяют считанные километры. Найдется ли на хранящихся там картах безопасное от радиации место, где мы сможем, наконец, спокойно жить? Не знаю. Но что нам остается, кроме надежды? Пустыня дает о себе знать. Экипаж все больше страдает от жары и жажды. Да и Аврора не в лучшей форме. Уголь кончился, и ее пришлось перевести на подножный корм. Старые шпалы и хворост. Вот такие вот у нас, ребята, пока перспективы. Мы на прохождении игры «Метро. Исход» от канала «Ракета». С вас, ребята, Лайкос, с меня «Ностальгия». Дальше идем по сюжетной ветви нашего Артема, а также его лучшей команды. Это князь, Тульский Токарев, Анна, Идиот, Сэм, полковник Мельник и, конечно же, Крест с дядькой Ермаком. Вот наша вся банда, которая плавно и в то же время конструктивно идет к своему завершению этой миссии. На данный момент мы были в Ямантау, где нас чуть все не съели, но ребята вовремя чухнули, те, которые остались на поезде. Это один респект князю, Данилу, точнее, правильно, Дамиру, Сэму и, естественно же, Идиоту. Они нас спасли, троих, это Аню, меня и Святослава Константиновича, от того, чтобы нас не съели те ублюдки, которых мы отправили туда, где им самое место. Теперь мы находимся в пустыне Каспии, и там тоже очень много будет интересных поворотов и моментов. Конечно же, все миссии я, ребята, стараюсь пройти максимально качественно, но где-то что-то, возможно, я забываю, где-то что-то, может быть, я не нашел. Но не суть, я прохожу так, как у меня получается, поэтому извиняйте, если что не так. На Волге, конечно же, мы добыли ребятам гитарку. Нашли плюшевую мишку, чтобы народ себя чувствовал более, так сказать, я бы сказал бы, продуктивно и радостно в нашей компании. Ну а мы начинаем. Итак, локация Каспий. Ну что же, идем. Давайте посмотрим по нашей мини-карте, что от нас требуется. Выясни, что произошло с машиной, которая преследовала Аврору. Так, у меня стволы все почищены. Все, что можно, я сделал. Вперед из песни. Как минимум уже три места, да? Как минимум у нас уже есть три места, которые нужно нам, ребята, исследовать. Давайте отправляться на поиски той машины, которая нас преследовала. Возможно, она что-то хотела от нас. Интересно, что-то мне показалось, или змея, что ли? Я, кстати, не помню, тут змея есть или нет. Так. Окей. Так, а примерная точка дислокации это у нас... Я понял. Опа. Фига себе. Можно и в боулинг играть. В принципе, если никто не против, да? Артём, да, Дамир. Буря собирается. Небо чёрное. Я понимаю. Понял тебя. Буду осторожен.
Щелчок был знатный, да? Только поджопников нараздавал, ему хер бы вообще бы, да? Вот сука, а. Так, они уходят. Так, я не понял. Вот те да. Так. Отлично, дунули. О-о-о-о! Кенты мои. Лучшие ребята, да? Сейчас, сука. Хопа! Красава. Спокойно. Давай, 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 брат. Братуха, не надо отставать от графика. Держи. Чё налагать-то начала, я понять-то не могу, а? Вроде не было таких проблем. Чё, пойти их так завалить? Ну чё, отморозки? Здорово. Ха. Я херею, ему в тело стреляешь, ему похеру. Только в башку надо, да, попадать? Да, попадая в голову, сразу умирает. Стреляя в тело, только тратишь патроны. Я уже понял. И не очень-то меня это радует. Так, примерно надо попасть на станцию, где у нас бензин, да? Я так понимаю. А, здесь же этот... Султан, или как его зовут? Тот, который типа этот... как там? Барон. Барон его зовут. Да-да-да-да-да. Барон его звать. Все правильно. Вот про вот эти игрушки что-то я не помню. Что они означают? Явно не просто так. Хотя я могу и ошибаться. Так, погоди. А, буря начинается. Ее бы, конечно, в идеале бы переждать бы. Давай. Hmph!
блин. А я... Я так и не понял, то ли он присох, в смысле, то ли он мертвый. Как-то вот... Твою мать. Я просто не понял, то ли он реально мертвый, то ли он просто к стенке присох. Я просто момента не понял. Вон она, машина стоит. Да ну нахрен. Ой, блядь, чё эти, сука? Бежим, 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 ну его нахер. Фу, не очень-то радует меня. Блин, они же в песке еще прячутся, да? Чё, камнями кидаешься? А вот она змея, то есть меня интуиция не подвела. Все-таки я правильно подумал, что змея она есть. Так, вот она машина. Там что-то какая-то стрельба идет. Так, и чё? База, ответьте! Поезд! Поезд, говорю, приехал! Как слышите? С этими упырями еще драться, да? Чисто вроде. Ну где вы? Так, лестница, да? В небо. Ага, хер там. Не получится. Не слышу вас! Ответьте! Иди ты в жопу, па! Давай, 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 давай! Перспективы у нас плохие. Саул это барон, по-моему, как его зовут, да? Если я вроде так правильно сейчас понял. Саул это барон. Так, окей.
Красавчики. Так, радио. Оно не работает, да? Плохо. А. Давайте костер разожгем. Ну-ка, кто тут у нас? Открывай! Так, низ или вверх? Низ у нас закрыт. И... Двери открываются. Чё ты, дурак, что ли? Чё, блядь? Вот сука, давай! Зря вы к нам сюда приехали. Да что ты говоришь? Давай! На, блядь! Чё? Как тебе эта музыка, а? Без противогаза-то как? Хорошо будет? Урод! Вот это мне лучше отдай. А-а-а. Артём, да. Ёб твою мать. Короче, надо валить. Давай, пристегивайся. Все, садимся в тачку. Поехали. Давай. Открываем. Вперед. Наша новая. Ох ты ж, блин. Ё-моё, блин. Да иди ты нахрен, а. На тебе. Сука. Да сколько вас. Пошел ты, блядь. Оп! Сука, заткнись, блин. Дай сюда мне ключ мой. О, Дамир, Дамир, братишка. О, спасибо, брат. Ты вовремя прям. Все. С хозяевами этой таратайки, я так понимаю, поболтать уже не получится? Нет, не получится. Хотя, будь у меня такая машина, я бы тоже отдавать не захотел, небось. Едешь себе, кум, королю, это же не пешком по жаре топать. Кстати, как раз сейчас и опробуешь. Ну да. Пока ты тут в песке куличики лепил, я антенны разглядел. Ага. Значит, и центр связи там. Думаю, спасибо тебе, брат, то, что меня спас. Что, прям туда. Вот от души, бро. Маяк огромный, не пропустишь. Мне тут еще надо понаблюдать за окрестностями базы. Ага. Но как освобожусь, может, отправлюсь к тебе. До встречи. Давай. Далековато, конечно, топать. Можно поехать, а можно пешком пойти. Там разница небольшая. Хотя, можно и прокатиться. Таблетка у нас боевая. Руль, кстати, тоже такой интересный. Ну, поехали. Рон, 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 Рон. Вася, ра, да? Барон, да, его, правильно, барон зовут. Барон говорит! Братва! Всем сообщаю, что на нашу территорию подвалили какие-то гастролеры на паровозе. Это странно. Мы вроде всем уже показали, что на нашу землю без приглашения соваться себе дороже. Гости, видать, из непонятливых. Ну или издалека. В любом случае надо разобраться, что это за черти и чего хотят. Кого надо, вызову отдельно. А остальным пока готовить тачки, пушки и бычье из рабов. Скоро все это может понадобиться. Всем отбой, барон сказал. Барон, говоришь, да?
Вообще можно каждый, конечно, якорь исследовать. Любую подлодку, любую, так сказать, лодку, неважно. В принципе, на каждой можно что-то интересное найти, но не факт. Пешком, конечно, путь не близкий. Очень нагло проехал. Так, что это у нас тут за место? Ну-ка. Ублюдки, а? Съесть меня хотите, да? Хер вам, суки. А зачем здесь столько банок? Блин, как я тебя проглядел-то, а? Извиняйте, ребята, что-то я засмотрелся. Надо себя более, так сказать, я бы сказал бы, более внимательно себя вести. Ё-моё, какой же ты красавчик, а? Страшный, как моя жизнь. Так, давайте на верстак. В следующий раз себя надо вести гораздо аккуратнее. Не можешь пофигу на эту машину, короче. Нахера она нужна? Время только тратить на нее. Не, конечно, Ника. Быстрее намного. Понятно. Еще не видел, сука. Все. На. Ох. Ну ты. Чё, мне, кстати, с патронами надо. Что-то с
патронами как-то все плохо. Вообще печаль. С расходниками вообще печаль. Не, ну если так демоны нас атакуют, я думаю, что лучше все-таки на машине поехать. Иначе нам прохода не дадут. Давай, поехали. Так. У нас вот с ресурсами проблема вот. С патронами. Ну. Поэтому приходится херней заниматься. Лезть куда-то на рожон, что-то из себя представлять, как будто я там убийца. По факту-то вообще ни о чем. Да. Новое задание. Какое? На связь вышла местная жительница, Кюль. Она находится на... атаку бандитов. Кюль. Если поможем, готова провести нас в центр связи. Такую возможность упускать нельзя, поэтому поможем, но аккуратно. Я вас понял, полковник. Конец связи. Есть, сэр. А те, сэр, в России не говорят? Неважно. Да, что-то пока у меня с местами интересными не очень. Так, примерно где? Ага. Маяк. Она же на маяке. Она же, блядь, на маяке. Змея, что ли, укусила? Сучка. Так, ну не знаю уж. Наверное, я думаю, все, что я мог, на данный момент я исследовал. Так, ладно. На машину пока пофигу. Двинули.
Да, с патронами все плохо. Надо искать ресурсы. А иначе нам очень плохо будет. Здесь даже можно поспать. Неплохо. Так, ладно, давайте к главному месту двигаться. Там стрельба идет. Кто там стреляет-то? Кюль, наверное. Молодец. Вот так вот и относишься к своим людям. Да тебе похеру, бля. Просто сейчас умрет, а даже по нему стрелять не надо. Ой. Самого жопа сгорела, да? А, так ты вот так вот, да? Я думаю, чё он стоит-то? Как тут все у вас страшно. На! А что там? Что нашел? Ничего. Понял. Хобана! Окей, идем дальше. Что-то я проглядел, блин. Откуда они знают вообще, что я с поезда? Вот просто откуда они знают, что именно я тот, кто пришел с поезда? Ребята, ну правда, откуда вы это можете знать? Я, может, вообще просто левый абсолютно. Чё? На!
Откуда они вообще могут знать, что я с поезда? Просто откуда? А, они же походу культом, да? Пытаются присануть. Блин, ну в башку же вроде стрелял. Интересно. Сука. Исполняет. Так, а мы где конкретно-то? Все тихо, да? Не знаю, нач... нет уже. Сюда иди, да? Подождите, мэм, сейчас я тут немного пошарюсь, если вы не против. Что-то я вижу, у них тут стволы поинтереснее, да, уже? Ага. Он враг, ты его убивал. Ты друг, думаю. Конечно. Дверь бекину. Ты стой, я лифт опущу. Хорошо. Жду от тебя лифт. Так, для начала тут все посмотрю. Ну давай. Загрузился. Можете меня поднять, мэм? А, я сам себя должен поднять. Ну хорошо. Давай. Ну, Гюль, ты даешь. Вот отсюда, кстати, можно посмотреть всю локацию. Ну, здравствуйте, мэм. Да. Проходи. Кто убил Мунай Бай, мой друг?
Это так, когда называют? Мунай Байлер, народ гюль весь в кун. В рабы превратил. Меня так же хотел. Я понял. Лучше смерть. Там мелик на маяке. Слышу хорошо. Ваш человек помог мне. Гюль в долгу. Но зачем вы здесь? 5 лет никто не приходил. Один Мунай Байлер. Гюльнара, что вы знаете об антеннах возле вашего маяка? Раньше, до войны, центр связи был. Мама работала, офицер связи раньше. Брошен давно. Был там после войны, искал следы мама. Ничего не нашел. Брошен. Гюль, услуга за услугу. Мы помогли вам, помогите нашему человеку попасть внутрь. Хорошо, я помогу. Отлично. Надо да. Найти архив. Он должен быть где-то рядом с командным центром. Ищи снимки за послевоенный период, только свежие. Года с 2013-го. Дамир скоро. Понял. Да, можешь на него рассчитывать. Конец связи. Хорошо. Если идти сейчас надо, пока новый Мунай собака не приехал. Рабочий верстак. Если надо, пользуйся, да? Спасибо. Там всякая опасность может быть. Умный человек не ходит. Ты умный, но у тебя выбор нет. Что-то рановато я нажал, подожди. Так, стой. Так, ладно, Гюль, давайте будем отправляться с вами. Ну, для начала я посмотрю тут все позиции у вас. Красотища, да? Готов? Нет. Скорее тогда. Торопись, да? Подожди чуть-чуть. Сейчас я. Так, что на мини-карте? Офигеть, сколько тут мест. Жесть. Ну, поехали. О! Да, война красиво был. Да. Море было. Безусловно. 5 лет мне было. Мама молодой был. Живой был. Теперь пустыня. Звери в уроды превращал. Люди в звери превращал. Народ гюль в звери превращал. Не сам по себе. Нефтяной собака превращал. Море уходил. Нефть оставался. Старик умирал. Молодой оставался. Собак нефтяной слушал. Собака говорил...
Он бог огня теперь. Молодой поверил. 5 лет война кончался. Мама умирала. Гюль один оставался. Я понял тебя. Ну что поделаешь? Судьба такая у тебя, Гюль. Приехали. Ну, куда теперь? Так, а что это у нас? Подожди, за локация. Гюль. Хорошо. Что это сейчас было? Сюда ходил. Ага. Один знаю, как дверь открывать. Вниз не ходил, вниз пауки. О-о-о-о. Как бы я не хотел бы снова с ними видеться. Видишь, проход здесь. Туда лез, потом я. Чё, правда? Ну давай. Пошел я тогда вперед. С пауками вообще не хочу связываться. Так. Открыл. Ты где там, подруга? Так, сейчас подожди, питание подам. Да, даю. Так, питание подано. Подожди немного, сейчас. Ни хрена тут нету. Потом налево. Там проход есть, узко. Я здесь остался. За электричеством следить, чтобы не выключал. Угу. Хорошо. Я тебя услышал. Так, ребята, давайте мы на этом закончим нашу очередную часть прохождения.